Да, Оль. Иду на свидание. Кем? Кажется, его зовут Николай. Что значит «кажется», Валь? Ты что, не знаешь, кому идешь? Да почему же? Видела один раз на свадьбе двоюродной сестры. Что-что? Говорю, на свадьбе двоюрод... Что за кошмар? Думала, губы накрасила своей помадой. Так это твоя мама тебе сосватывала. Ну, кто же еще? Свидание вслепую? Как романтично. Ой, ну какая романтика. Мама мне все уж прожужжала. Ладно, не жалуйся. Выбора у меня не было. Ну, сегодня звезды сошлись, и это твоя судьба. Кажется, я его вижу. Удачи. Угу. Давай. Пока. Мам, а ты что тут делаешь? Контролирую. Я так и знала, что ты спешишь. Ты не меня контролируй, а пирожки в духовке. Хорошо. Я сейчас вернусь к тебе домой и буду следить за твоими пирожками, но только если ты пойдешь с Николаем в театр. Ладно. А губы? Мам! Добрый вечер. Валентина, приветствую вас. Здравствуйте. Очень рад знакомству, так сказать. Тем более в такой день. Какой день? Ну как же. Сегодня луна в Стрельце. Она находится в первой лунной фазе и настроена на созидание. А большой приток космической энергии идеален для близкого знакомства. Маленькая Эмиль, пардон, я узнал у вашей мамы дату вашего рождения. И что? Хочу вас обрадовать. Я составил совместный гороскоп. Мы, так сказать, совпадаем по всем критериям. Представляете, и я, и вы родились в день, когда Венера была в Козероге. Представляете? Для нас это очень благоприятный период. С каждым годом пары, образованные вот в данный лунный период, будут становиться все ближе и ближе. Вы понимаете? Ближе и ближе. Спектакль отменили? Да нет. Просто ушла. Как? Все-таки ушла? Да, мам. Твой Николай мне абсолютно не понравился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как некрасиво получилось. Ну, вы же с Николаем договорились. Это не я с ним договорилась, а ты. И тебе не стыдно? Я вон с ног сбилась. Женихов тебе ищу. А ты это не ценишь. Ценю, мам. Николай, ну такая прекрасная кандидатура. У него свой бизнес. Трехкомнатная квартира в центре. Мам, может, хватит меня сватать? Я как-то сама разберусь. Ну, когда разберешься? Годы-то летят. Тебе вон уже 35. Или ты все любишь этого своего мерзавца? Не начинай. Это тебе не нужно было с ним ничего начинать. 5 лет жизни своей на него потратила, а он взял да женился на другой. Ты пойми, тебе надо срочно замуж. Неужели тебе не хочется нормальную семью, детей? Хочу, мам, хочу. Но замуж ради замужества не хочу. Хочу, не хочу. Ой, Валентина, да с таким отношением к жизни ты можешь совсем одна остаться. Спасибо за пирожки. На здоровье.
Леша, когда это закончится? Сколько можно по командировкам шляться? Шляться? Оля, я деньги зарабатываю, между прочим. Вот именно, что между прочим. Какие это деньги? Мы уже год не можем ремонт доделать. Хватит меня пилить! Я стараюсь, как могу! Да ничего ты не стараешься. Тебе наплевать на меня и на дочь. Тебе лишь бы из дома свалить. Ты, Любе, обещал, что мы к морю поедем. Она ждет, а ты все обещаешь. Ну что, Люб, пойдем в садик, пора. Тетя Валя! Привет! Привет, Любаш! Иди сюда. Привет. Привет. На работу? Угу, как обычно. Ты в садик? Да. Да? Пойдем? Давай лапку. Как дела? Все нормально. Она воспитательница сказала, что мы скоро в цирк пойдем. В цирк? Ничего себе! А кто тебе больше нравится в цирке? Акробаты или клоуны? Слоны! Почему слоны? Потому что они не кричат друг на друга. А ты что такая грустная? Лю, беги, мы тебя догоним. Да со своими подцапалась, как обычно. Пойдем, я. У тебя как свидание прошло? Удачно? Ты оказалась права. В чем права? Про звезды. Этот Николай оказался настоящим астрологическим маньяком. В смысле? Да он просто помешан на гороскопах. Венера в Козероге, Луна без курса. В общем, у меня голова пошла кругом. А может, он хотел таким образом впечатление на тебя произвести? У него получилось. Ты что, опять сбежал? Он хотя бы при деньгах? Вроде да. Ну, тогда какая разница, на чем он помешан? А зря ты его пробросил. Обеспеченные женихи на дороге сейчас не валяются. Оль, ну при чем тут деньги? А что при чем? Любовь? Конечно. Зря ты так думаешь. У меня был выбор, выйти замуж по любви или по расчету. Я как дура вышла по любви. Чё, как дура? Да потому что любовь проходит. И начинаешь жить с мужем, как с чужим человеком. Ни постели, ни денег. Оль, это все временно. Да ничего не временно. Вот что я тебе скажу, подруга. Не надо выходить замуж в розовых очках. Можно и без любви прожить, зато в достатке, не считая деньги от зарплаты до зарплаты. Нет, ты не права. Без любви нет счастья. Кто бы говорил? Ты любила своего, много тебе это счастье принесло? По-другому не могу. Так, все, опаздываем. Быстрее. Побежали. Реги, у тебя шикарные туфли. Правда, Свет? Очень красивые. Дорогие, наверное. Да уж, точно не твой ширпотреб. Голубева? А? А тебе как? Что? Туфли как? Как по мне, каблук слишком высокий. На работе неудобно. Вот как? Тебе не нравится? Нет. Это понятно. В твоей возрастной категории только тапки и носить. Всем доброе утро! Друзья, напоминаю, что сегодня ответственный день. У нас сегодня состоится презентация проекта. И скоро приедут заказчики. Но все готово? Да, все готово. Валь, я мог и не спрашивать. Ты всегда все делаешь вовремя. Молодец! Принеси, пожалуйста, распечатанный проект. Хочу просмотреть. Да, хорошо. Спасибо. Нам всем удачного дня! Стас, конечно, шикарный мужчина. Вика, расслабься. У него же правила забыла. С коллегами по работе ничего личного. Из правил всегда есть исключения. Пирожки? Пирожки. Угощайтесь. Спасибо. А это еще по какому поводу? А у меня гости вчера были, вот немного осталось. Спасибо. Регин, будешь? Я такое не ем. Вредно для фигуры. Может, сама съешь? Тебе же все равно. Пирожком больше, пирожком меньше.
Я распечатала презентации для заказчиков. Вот. Угу. И флешка для проектора. Угу. Стас. Да? Я тут пирожки испекла. Вот. Угощайся. Бери все. Спасибо, Валь, конечно, но с чего бы это вдруг? То я вот испекла по новому рецепту, а получилось больше, чем планировала. Я вот решила коллег угостить. Ну что ж, здорово. Тем более, кстати, я позавтракать не успел. Да, вкусно. Спасибо. С ресепшн только что звонили. Заказчики уже здесь. Я понял. А кто будет вести презентацию? Как кто? Конечно, я. Ну, я пошла. Отлично. Спасибо за пирожки. Да, пожалуйста. Ну что, Регина? Твой выход. Мучное вредно для здоровья. А ты почему с ними не идешь на презентацию? Зачем? Ее будет проводить Регина. Регина уже совсем обнаглела. Валь, ты не давай ей садиться себе на шею. Ты этот проект сделала, ты и должна проводить презентацию. Ты думаешь? Но у Регины лучше получается. У Регины? Лучше получается собирать все лавры себе. Они твои, ты их заслужила. Иди забери то, что тебе причитается. Ладно. Попробуй. Не пробуй, а делай. Давай. Сейчас поднимемся к директору. Заказчики уже ждут. Подождите. Я хочу сама... Что сама? Представить свой проект. Мы решили, что буду я. А почему я не могу? Валь, ты, конечно, можешь. Просто сотрудник, который проводит презентацию, должен соответствовать определенному имиджу. Как лицо компании, понимаешь? Но если ты решила, что хочешь сама провести презентацию, пожалуйста. Нет, Стас, ты прав. Регина больше подходит. Вот и хорошо. Валь, не обижайся. А я не обижаюсь. И не беспокойся, Регина обязательно скажет, что проект подготовила ты. Конечно, скажу. А, если хочешь, в следующий раз можешь провести. Только не забудь поработать над своим имиджем. Ну и почему ты не настояла на своем? Стас сказал, что у меня неподходящий имидж. И знаешь, он прав. Ничего он не прав. Просто зубы тебе заговорил. Это он из-за Регины выслуживается перед племянницей директора. Стас не такой. Он порядочный, интеллигентный и тактичный. Влюбилась в него, да? Ясно. Влюбилась. И нашла в кого? Валь, но такие, как мы с тобой, Стаса не интересуют. Ты разве не понимаешь, что вы не сможете быть вместе? Конечно, понимаю. Но ничего с собой поделать не могу. Таким образом, наш проект существенно экономит заявленную вами площадь строительства. Свободную территорию можно использовать для теннисного корта или для открытого бассейна. Меня полностью устраивает эта разработка. Аналогично. Сейчас едем в свой офис. Юристы подготовят все документы для заключения этой сделки. И завтра же все подпишем. Замечательно. Очень рад. Я проведу. Прекрасный проект. Спасибо. Счастливо. До завтра. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Ты сама этот проект сделала?
конечно, сама. Поздравляю. Профессиональная работа. Хорошие новости. Заказчикам понравился наш проект. В этом случае в качестве премии я решил организовать для всего отдела вечеринку сегодня в клубе. Стас закажет приличное место. Это, скажите спасибо Регине, ее проект – архитектурный шедевр. Заказчикам даже придраться не к чему. Так что берите пример с нее. Это несправедливо. Валя, иди к шефу и скажи, что это твой проект. Зачем? Не хочу провоцировать конфликт. На вечеринку пойдешь? Вряд ли. Ну что, друзья, вы готовы рваться по полной сегодня? Да, забыл сказать. Это не просто вечеринка, а корпоративное мероприятие. Так что всем быть обязательно. Тебя. А ты планируешь повысить Стаса? Ты как-то говорил, что в перспективе он мог бы рассчитывать на должность твоего зама. А почему ты меня об этом спрашиваешь? Он тебя просил? Нет, конечно. Тогда как это тебя касается? Ну, если он станет твоим заместителем, то я могу заменить его. Такую перестановку в ближайшее время я не планирую. И ты, и Стас, не так давно у меня работаете. Поработаете еще, покажете себя там, посмотрим. Ясно. Регина, постой. Это точно ты сделала проект? Конечно, я же говорила. Но в корневом каталоге создателем этого документа указана Голубева. Так это она просто передала типовую форму, и все. Ясно. Женщина, вы куда? Я на корпоративный она мет... тоже на вечеринку! Да. О, привет! Привет! Давай, давай! Можно мне? Да, конечно. И сок можно? Конечно. Почему не танцуешь? Знаешь, такие танцы не совсем для меня. Знаешь, я тоже не любитель, но надо. Сок пьешь? Сок. Может, покрепче что-нибудь? А, нет, спасибо, я алкоголь не очень. За здоровый образ жизни! Да. Правильно. Повтори. Вау! Стас. Стас. Что? Я хочу тебе предложить... Ну ты предлагай! Сейчас потанцуем. Стасик не твой калибр. Надо трезво оценивать свои возможности. Поговорим. Давай,
Скажите, а почему вы позволили сопернице увезти от вас кавалера? Что? Надо было первой приглашать. Вас не касается. Молодой человек, может, вы вернетесь на свое место? Хочу вам дать совет. Спасибо, не нуждаюсь. Вы знаете, жизнь так коротка. Надо действовать, а не сидеть как вот. Ручки сложили и все. Так можно и на обочине остаться. На обочине? Интересно, с чего вы это взяли? Скажу вам прямо. Ну, просто сразу заметно, что вы... Кто я? Кто? Неудачница. Я не понимаю, почему вы сюда пришли. Меня оскорбляете. Кто вообще вам дал такое право? Я не оскорблял, я сказал правду. Правду? Оставьте ее при себе. Да. Алло? Валя? Да, а кто это? А ты почему так быстро из клуба уехал? Стас! Ну, Стас, давай еще потанцуем. Ну, ты мне очень понравился. Я хотел с тобой пообщаться. Ну, если ты не против, конечно. Нет. То есть, да. Да, конечно, не против. Сейчас? Да, прямо сейчас. Я не против, конечно. Да. Я через полчаса буду, да. Хорошо, жду. Алло, такси? Мне срочно нужна машинка. Тебе мало было в клубе? Стасик, зачем нам скрывать наши отношения? Я же тебе уже объяснил. Чтобы обо мне не ходили сплетни, что я сплю с племянницей директора ради карьеры. И чтобы о тебе не говорили, что ты романы крутишь на работе. Я в первую очередь забочусь о твоей репутации перед дядей. Ну, ты такой заботливый. Кстати, о дяде. Я его сегодня спрашивала о твоем повышении. И что? Что он сказал? Ну, он сказал, что еще очень рано. Рано? А когда не рано? Через 5, через 10 лет? С твоим дядей вообще невозможно работать. Требует много, а зарплата не соответствует. Да ладно. Но, тем не менее, новую машину ты себе купил. Я кредит взял. Что-то есть захотелось. Проголодался? Пирожками не наелся? А что? Какими пирожками? Которыми тебя Голубева кормила. Вот интересно, почему ты с ней такой милый? А с чего ты взяла, что я милый? Валя, спасибо. Валя, извини.
Валя, ты обиделась на меня? Ми-ми-ми. Регина. И в клубе вы так с ней мило ворковали. Регина, я просто пытаюсь быть вежливым с сотрудниками и поддерживать с ними хорошие отношения. Понятно? Что я тебе советую? Да не собираюсь я любезничать с этой Голубевой. Она меня раздражает. Ну а почему ты думаешь, что ты не можешь раздражать кого-то? Ту же Голубеву. М? Не боишься, что она директору пожалуется? Кто? Голубева? Угу. Кишка тонка. А вдруг? Ну почему ты не можешь с ней быть приветливой? Ты же за счет нее делаешь карьеру. Ну, ты знаешь, я должна быть благодарной Голубевой за неоценимый вклад в мою карьеру. И представь себе, что я ее уже отблагодарила. Даже страшно представить, как. А, это вы? Ты где? Ну, я уже на месте. Где на месте? Я возле барной стойки, там же, где и была. Не-не-не-не, я возле барной стойки, а ты где? Так и я тоже возле барной стойки. Подожди, а ты? Осторожно. Где ты? Так я говорю, что... Алло? Алло! Это вы, да? Это вы мне звонили? Сейчас... Звоните. Подождите, то есть вы, что, вы Валя? Да, я Валя, представьте себе. Так нет, да подождите, я не вам звонил, я... Интересно, кому вы звонили? Вот здесь девушка сидела, она сказала, что ее зовут Валя, она дала вот, вот этот номер телефона, я... Да, это мой номер. Понятно. Что вам понятно? Как она вымысла? Ну она, ну как выглядела она? Она блондинка. Понятно, это Вика. Подруга ваша? Подруга. Коллега по работе. Ох, шутки, видимо, у ваших коллег вот такие, я вам скажу. Отличные, но это вряд ли она сама придумала. Ну, понятно. Ладненько, все ясно. Послушайте, постойте. Раз вы уж пришли, так может составите мне компанию? Спасибо, но ничего вам составлять я не буду. Не-не-не. Меня дома ждут. Так, если бы вас ждали дома, вы бы сюда не пришли. Я вас прошу. Одну минуту. Одну. Прошу. Дружище, если вы такое, душа взыграла. Да, без проблем. А вам что сказать? Если захочу, сама скажу спасибо. Не вопрос. Ну, как скажете. Ну что, за продолжение нашего, так сказать, эксклюзивного знакомства. Одна минута. Да, одна минута. Что с вами? Вам плохо? Да чего вы встали-то? Видите, человеку плохо, помогите! Безусловно, перебрал, вот и плохо. Безусловно. Помогайте, давайте. От ваших коктейлей кому угодно станет плохо. Вставай. Вставай. Держись, браток. Оп. Все, так. Пусть подышит. Спасибо. Вам уже лучше немного? Сами сможете идти? Сейчас. Присядете, да? Что? Я пойду, да?
Ну, я пошла. Мужчина, с вами все в порядке? Да. Вызывай машину, кажется, наш клиент. А что происходит? Что происходит? Кажется, клиент готов для вытрезвителя. Подождите, какой вытрезвитель? Это мой знакомый, все хорошо. Документы есть у вас? Паспорт, пожалуйста. Сейчас. Есть, да. Пожалуйста, Валентина Голубева. Угу. У молодого человека есть документы? Посмотрите, пожалуйста. Паспорт есть? Паспорт. Есть. Пожалуйста. Виктор. Шеф, мы тут тебе клиента нашли. Виктор. Давайте я вам помогу. Куда? Зачем? Помогу погрузить. Нет, спасибо. Я и сама бы вызвала. Зато нам так будет спокойней. Аккуратно. Спасибо. Спасибо. Куда ехать? Садовая, 40. Садитесь. А теперь счастливого пути. Эй! Просыпаемся. Просыпайтесь. Слышите? Эй! Эй! Ну, вставайте уже! Где я? Кто? Кто я? Я та дура, которая притащила вас в свою квартиру. Доброе утро. На выход и быстро! Может, чаю все-таки налейте хотя бы? А, сейчас. Так, все, молодой человек, выметаемся. Подождите. Куда подождите? Ну, перестаньте меня пихать. Я опаздываю, понимаете, что ли? Голубева, как провела ночь? Судя по внешнему виду, ночка была бурной. Регина, я знаю, что это ты подговорила Вику дать ему номер телефона. Зачем вы это сделали? Так это был акт милосердия. У тебя ведь явно с мужиками проблемы. Я решила оказать тебе услугу, хоть и на одну ночь.
Но раз ты такая агрессивная, видимо, не срослась. Валь, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Наверное, перепутали. А это ваш. Точно. Просто обложки похожи и все. Надеюсь, на этом все? Знаете что, давайте так, я угомоню вашего соседа, а вы меня угостите чаем. У вас есть блокнот и ручка? Зачем? Сейчас увидите. Ну, а зачем я это делаю? Спасибо. Только без драки. Да вы что, никакой драки. Извините, а можно я воспользуюсь вашими очками? Я верну. Катастрофа. Чушь невероятная. Сработало же. Угу. А у вас уютная квартира. Сами дизайном занимаюсь. Послушайте, я не собираюсь вас развлекать светскими беседами. Выпейте чайку и разойдемся, как в море корабли. Все в порядке? Эй. Эй. Это ж... Так, все. Прием окончен. Это вам не притон для наркоманов. Выметайтесь. Прошу вас, успокойтесь. Это всего лишь обезболивающее. Дело в том, что я болен. Смертельно. То, что вы больны, это я еще в клубе поняла. Все, на выход. Тогда в клубе у меня начался приступ. Я принял лекарство. И в сочетании с алкоголем произошла такая реакция. Я просто прошу вас. Поверьте.
Ну, похоже на правду. Послушайте, мне очень жаль, и я вам искренне сочувствую, но, к сожалению, я не врач и ничем не могу вам помочь. Зато я вам могу помочь. Чем? Когда в клубе я увидел, что вы безнадежно влюблены в того парня. Что? Ни в кого не влюблена. Ой, да перестаньте. У вас на лице было написано: мистер Голливуд, мечта любой женщины, только шанс быть с ним у вас на нуле. Какое вам дело до моих шансов? У меня к вам деловое предложение. Я помогу вам завоевать того мужчину. Как его, кстати, зовут? Стас. А как вы это сделаете? Ну, если согласитесь, узнаете. А зачем вам это нужно? Мне очень мало времени осталось. А я хочу отплатить вам добром за то, что вы не оставили меня умирать под стойкой бара. Ну, так что, соглашаетесь? Деловое предложение, какая-то афера. Ну, послушайте. Но неужели вы откажете в последней просьбе умирающего? Не знаю. Давайте соглашайтесь. Если вы согласны, начнем прямо сейчас. Не будем терять времени. Зачем мы сюда приехали? Вам нужно обновить гардероб, преобразиться. Вы что? Тут цены заоблачные. А у меня таких денег нет. Зато у меня есть. Угу. Не так давно я был владельцем процветающей компании, так что кое-что у меня имеется. Вы владелец компании. Не похож? Ну, даже если это и так. Зачем вам тратить на меня свои деньги? Мне осталось не больше месяца. Все деньги я потратить не смогу, вот использовать их на благое дело я сумею. Прошу. Мне как-то неудобно. Не знаю. Мне неловко, потому что это не мое все. Ты прекрасно выглядишь. У тебя замечательная фигура. Я просто не понимаю, почему ты вот раньше так не одевалась. Прости, что перешел на «ты». Ничего страшного. Виктор, ну, понимаешь? Нет, ну, правда, ну, это все не мое. Я так не могу. Это именно твой образ. Если хочешь заполучить своего Стаса, завтра в этом образе иди на работу. И он обязательно обратит на тебя свое внимание. Я просто уверен. Прям завтра? Прям завтра. Нет, я ни за что не решусь в таком виде заявиться на работу. Мне нужно время, не знаю, привыкнуть как-то. Нельзя тратить время, нельзя. Нужно жить, как последний раз. Я тоже думал, что у меня будет время, у меня все будет. Видишь, как все оказалось. А чем ты болен? Рак мозга. Последняя стадия. Жаль, что я поздно об этом узнал. Почему поздно? У тебя разве не было симптомов? До того, как я ударился, не было. У тебя была какая-то травма? Я катался на лыжах, упал, ударился головой. Голова болела, но я к врачам не обращался. Потом прошло. А со временем голова стала болеть все сильнее и сильнее. Я сделал снимок. Оказалась опухоль. Почему ты не пройдешь курс лечения? Мой друг, он врач-онколог. Он сделал запрос в израильскую клинику. Завтра должен прийти ответ. Ну, если они посчитают нужным, то да, я поеду лечиться. А если нет, то я оставлю все как есть. Почему?
Я просто хочу прожить последние дни, ну, так, как я хочу. Но быть свободным, а не быть прикованным к какой-то, знаешь, там, больничной койке. Кстати, насчет свободы. Ты везде сегодня какая-то такая замкнутая, такая скорбленная. Я прошу тебя, будь свободной. Давай. Как? Начнем прямо сейчас. Вставай. Что? Ну, прямо на парапет. Вставай. А что ты делаешь? Вот, выпрямись. Спинку ровно держи, давай. Иди прямо, ровно, красиво. Под ноги только не смотри. Давай. Вот, видишь? Все на лету схватываешь. На лету. Знаешь, что это значит? Что? Что у тебя все получится с лету. Спасибо. Прошу. Спасибо, Виктор, за все. Ну, это далеко не все. Да, это начало. Всего хорошего. Ну что? Спасибо большое за вечер. Это тебе спасибо. Как-нибудь увидимся. Как-нибудь. Пока. Пока. Привет. Ого. Это ты? Я. Просто потрясающе выглядишь. С чего вдруг такие перемены? Да так. Решила что-то изменить в своей жизни. Поразительно. Да тебе просто сейчас на красную дорожку. Спасибо. Оля, а кто это был? Юра. Мой бывший поклонник. Случайно встретились в магазине, предложил подвезти. Понятно. По дороге разговорились. У него бизнес процветает. В разводе. Собирается скоро лететь в отпуск на Мальдивы. Кстати, приглашал меня с собой. Куда? Как куда? На Мальдивы. Предложил встречаться. А ты? Что, я ничего, отказалась. Я женщина замужняя, я так не могу. У меня был когда-то с ним шанс. Но я его упустила. В общем, подруга, не теряй свой шанс, а то потом будешь жалеть всю жизнь.